В Дмитровском городском округе продолжается реализация муниципальной программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры округа. В рамках программы планируется поэтапная замена автобусных павильонов, которых всего насчитывается 20 штук. Многие из них за долгие годы эксплуатации обветшали и требуют полной замены. В августе будут установлены 3 павильона в Дмитрове на улицах Инженерная, 2 Инженерная и Одинцова и 2 павильона в Яхраме на улицах Советская и Большевистская. В Дмитровском городском округе утверждена и реализуется программа развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитровского городского округа, в которой прописаны мероприятия как по содержанию дорог, так и вопросы ремонта дорожной сети местного значения. Вот сегодня в рамках реализации данной программы мы приступили к замене 5 автобусных павильонов на автобусных остановках. Работы обусловлены тем, что часть автопавильонов пришла в негодность и уже не может эксплуатироваться дальше. Ну и некоторые вот павильоны были совмещены с торговыми точками, вот в частности, как здесь киоск стоял. Договор аренды завершен, торговый павильон перенесен в другое место, поэтому вот мы устанавливаем новый автопавильон взамен того, что стояло ранее. Павильоны будут установлены на 3 автобусных остановках в городе Дмитрове. Это вот здесь на Инженерной, на 2 Инженерной и улице Одинцова. И 2 автопавильона будут установлены в городе Яхрома. Что касается реализации программы ремонта, у нас в этом году выполняется ремонт на 46 объектах наших дорог автомобильных. По 26 дорогам работы уже завершены. Сейчас вот подрядчики должны до конца месяца закрыть остальные оставшиеся объекты. И я думаю, что где-то в пределах до 1 октября мы полностью программу ремонта завершим. У нас уже ряд дорог прошли экспертизу. То есть прежде чем оплачивать подрядчику денежные средства, мы обязательно заказываем лабораторию, которая подтверждает качество выполнения работ. И только после получения положительного заключения экспертизы мы, соответственно, перечисляем подрядчику деньги за выполненные работы. Площадки для павильонов должны отвечать определенным ГОСТам. Например, их размеры должны быть не менее 4 на 6 метров, а поверхность твердая и асфальтированная. В первую очередь ведется замена аварийных павильонов. Их устанавливают рабочие компании «Гагат». Они закрепляются на площадках с помощью металлических штырей. Металлоконструкции покрыты краской с применением порошковой технологии. На следующий год реализация программы будет продолжена.